работали. Согласно докладам чиновников от ЖКХ, в минувшие выходные все силы были брошены на устранение протечек крыш вследствие обильных дождей. Но глава района сам побывал в местах аварий и убедился в обратном. Его претензии в первую очередь адресованы директору городского хозяйства Дмитрию Полякову. Результат какой? Разберемся. Все выходные эта авария, значит, идет, никому дела нет. Должен глава позвонить заму, извините, чтобы что-то там произошло. Почему не понимаю? А где дежурные службы? Где дежурный персонал? Где они все у тебя? Где сам, в конце концов? Ты что-то сказкой на голове не видел. Владимир Нестеров потребовал полного отчета об авариях и их устранении. Дожди на несколько дней парализовали ремонт фасадов муниципальных домов в рамках подготовки к областному семинару по благоустройству. Об этом доложил первый замглавы Андрей Шпак. По ходу выяснилось, что графики проведения этих и других работ до сих пор не уточнены. Между тем, до семинара остается месяц. В очередной раз нагоняй получил ответственный, замглавы Максима Наземцев. Графики нужны сейчас, а не потом. Потом просто руками разведете, скажете, не смогла. Понимаете, мне это не интересует. Кто там что не смог? Приноси, ты меня уже так завтра принесу, графиков нет. Кто сдержит, говори, значит, будем разбираться. В продолжении совещания о работе на вверенных участках отчитались и другие руководители. По проблемным вопросам приняты соответствующие решения.